Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала. Сегодня решил сделать настоечку макадамии, точнее на скорлупе орех макадамия. Так, у меня есть дистиллят крепостью 50. Ох! Так, дистиллят, он грушевый. Ароматика вообще, конечно, классная. Кто-то скажет, сколько ты чего и как на глаз. Так, банка двухлитровая. Ну, ориентировочно нальем. Ну, два где-то и нальем. Смысл размениваться. 2 литра. Ну, и орешков. Крупы орешков для особо педантичных. Сейчас завесим сколько. Ну вот скажем, для ровного. Почти для ровного 39 грамм. Все это отправляем в баночку, не мудрость, а лукаво. Ждем дней 10, а дальше попробуем, посмотрим. Да, еще что я хотел, так как всегда экспериментирую, ну и у меня есть ядра макадамии, вот буквально 3 штуки. Сейчас мы их растолчем и тоже, наверное, туда же добавим. Ой. Сами по себе скорлупки дают желтоватый оттенок, мягкий сливочный вкус. Как бы до этого дела мне понравилось. Сейчас вот решил еще добавить непосредственно сами ядра. Это же уже на ваше усмотрение. Я делаю только в рекомендательных целях. Не говорю, что это панацея у меня. Мои рецепты самые лучшие. Нет, кто-то может сделает по-своему как-то. Ведь эксперименты это наше все. Не бойтесь никогда экспериментировать. Но не получился напиток. Его же всегда можно перегнать. Сделать из него другую вкусняшку. Ну, в общем, дней через 10 попробуем, что получится. Так, прошла неделя. Настоечка на макадамии готова. Вот такой цвет. Сейчас давайте попробуем, продегустируем, что получилось вместе с орехом. Это я сегодня дегустировать буду не один, с другом. Так сказать, независимая оценка. Ну, давай попробуем. Ну, по запаху. Сливочный запах. Тебе как? Нежно, приятно. Пробуем? Ну, погнали. Ну, послевкусие. Сливочное, опять же. Сливочный. Немножко. Даже сказал бы ванильное. Пьется мягко, вкусно. Рекомендую. Причем особых танцев с бубнами нету. Засыпали орешков, но я добавил еще именно орех, помимо скорлупы. В общем, рекомендую. Понравилось? Ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик. Также вступайте в группу в
ВКонтакте. Ссылка внизу в описании. Всем спасибо, до свидания.